Начинается прием заявлений от граждан, которые желают проголосовать с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Система была апробирована несколько лет назад и хорошо себя зарекомендовала. Механизм заменяет открепительные удостоверения. Теперь жители, которые по каким-либо причинам будут отсутствовать в городе в день выборов, смогут проголосовать по месту фактического нахождения и даже выбрать тот участок, который удобнее будет посетить. Все для того, чтобы организовать комфортный процесс. В зависимости от уровня избирательной кампании, сейчас на выборах губернатора Тюменской области можно проголосовать на территории трех субъектов. Это Юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. То есть стать мобильным избирателем смогут те, кто будет находиться в пределах Тюменской матрешки. Прикрепиться к удобному избирательному участку не составит труда. Процедура займет всего несколько минут. Для этого нужно подать заявление с 26 июля по 6 сентября через МФЦ, портал госуслуг или территориальная избирательная комиссия. С 30 августа по 6 сентября прийти можно в участковую избирательную комиссию. И тогда 10 сентября будет возможность прибыть на выбранный вами избирательный участок по месту нахождения с паспортом и сделать свой выбор. Уже известно, что 10 сентября в Муравленко будут работать 11 избирательных участков. Все они проверены на предмет доступности для инвалидов. В помещениях для голосования в день выборов будут присутствовать волонтеры, которые помогут горожанам сориентироваться на участке. Мы объехали несколько помещений, посмотрели, где будет располагаться участковая комиссия. Поэтому замечаний нет. На сегодня все идет стабильно, идет полномасштабная информационно-разъяснительная деятельность. Через несколько дней к работе приступят участковые комиссии. Они начнут поквартирный обход. Специалисты обязательно уточнят, где будут голосовать избиратели, смогут ли они прибыть на участок самостоятельно. И, конечно же, сообщат муравленковцам о новшествах текущей кампании. В этом году один из избирательных участков сменит свой адрес. Много лет 404-я комиссия располагалась в Доме культуры. Сейчас в учреждении идет ремонт, поэтому организаторы приняли решение перенести участок. Вот сюда, в городской музей, 2720 избирателей будут голосовать 10 сентября именно здесь. Об изменениях сообщат члены участковой комиссии, когда начнут поквартирный обход. Голосование на участке пройдет привычным образом. 10 сентября избиратель должен будет предоставить члену комиссии паспорт или документ, заменяющий его, проверить личные данные, расписаться напротив своей фамилии и получить бюллетень для голосования. Что касается кандидатов, все 4 претендента подали документы о регистрации. И уже на следующей неделе избиратели узнают, чьи фамилии будут внесены в бюллетень. Ирина Бугрим, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.